Прокуратура города сообщает, что в Кумертау остается актуальной проблема задержки выплаты зарплаты. В числе злостных нарушителей завод «Искра». На сегодня долг предприятия перед работниками составляет около 8 миллионов рублей. За нарушение трудового законодательства из-за несвоевременной выплаты зарплаты директор завода Владимир Лунев дисквалифицирован. То возбуждали в отношении директора Лунева производство по части 2 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. В настоящий момент мировым судом наше постановление рассмотрено и принято решение о признании Лунева виновным в совершении административного правонарушения в части невыплаты заработной платы работникам и назначено наказание в виде дисквалификации сроком 1 год. Что это значит? Это значит, что в течение года руководитель, работодатель, да и в целом гражданин Лунев не имеет права занимать руководящие должности, осуществлять организацию управления любым предприятием, не только ЗАО МК «Искра». 15 мая арбитражным судом Республики Башкортостан было принято решение о признании закрытого акционерного общества машиностроительная компания «Искра» несостоятельным, то есть банкротом, и назначен конкурсный управляющий. Конкурсным управляющим назначен Копыленко Владимир Матвеевич. Соответственно, с этого момента начинаются все мероприятия, которые сопровождаются полностью в стадии конкурсного управления, а именно проводится инвентаризация имущества, формируется реестр требований дебиторов, кредиторов. Сейчас принимаются меры, чтобы погасить долги предприятия перед работниками по заработной плате. Что касается по ликвидации имеющейся задолженности, то до 25 июня ожидается поступление денежных средств от выполненных работ в сумме 1 900 000, которые в первую очередь будут направлены на погашение заработной платы. Екатерина Соломатина, Ильнур Аминов, новости.